Никаких капитальных строений в мэрии. Поспешили разъяснить ситуацию со стройкой на 16-й станции Фонтана. Вчера на пляже едва не вспыхнули массовые беспорядки во время акции протеста. Только внушительные силы полиции смогли стабилизировать ситуацию. После нескольких часов с начала протеста арендаторы и активисты договорились встретиться с чиновниками из департамента коммунальной собственности. Там факт встречи подтвердили и объяснили, какие же все-таки документы есть у арендатора. Одним из документов, которых является основополагающим, является схема, а также паспорт пляжа. Паспорт пляжа на сегодняшний день не выдавался. Еще раз хочу подчеркнуть, основным моментом выдачи схемы, выдачи каких-либо разрешительных документов является то, что все объекты на пляже, должны быть некапитальны. Точка. Значит ли это, что тот самый помост, возведенный на вбитых в песок столбах, не должен находиться на пляже, чиновник не уточнил. Не рассказал он и о том, что именно теперь должен делать арендатор, демонтировать его или нет. Также пока неизвестно, удовлетворены ли таким ответом протестующие.